Уважаемые земляки, к сожалению, на сегодняшний день динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекции у нас в республике остается неутешительной. Сегодня принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий на территории всей республики. Вновь введен тотальный масочный режим. По-прежнему сохраняется запрет на проведение всех массовых мероприятий. Отдельно обращаю внимание предпринимателей, руководителей предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, на необходимость усиления мер профилактики и предупреждения COVID-19. Рекомендуем часть работников перевести на дистанционную форму работы, минимизировать очные совещания, планерки, проведите необходимую информационную работу с сотрудниками о мерах профилактики заболевания. Также просим усилить дезинфекционный режим в организациях, предприятиях, тотальный масочный режим в помещениях, проведение утреннего фильтра с термометрией. При появлении симптомов у сотрудника незамедлительно обращайтесь к врачу. Уважаемые граждане, строгое соблюдение мер безопасности во много раз сокращает риски заболевания. Придерживайтесь масочного режима в общественных местах, в общественном транспорте. Не забывайте обрабатывать руки антисептиками. Сократите контакты и соблюдайте дистанцирование. Не допустить дальнейшего распространения вируса мы можем только совместными усилиями. Позаботьтесь о себе и своих близких.